западных стран были приняты нелегитимные решения. Да что вы дадите наших дипломатов? Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, которая... Значит, храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего. А запевням, что есть wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować. Witajcie! Napięcia między Rosją a Polską w ostatnim czasie dosłownie sięgają zenitu.